Всегда мечтали увидеть Нюшу в халате или в полотенце? Ха, да пожалуйста. На съемках нового клипа на песню «Наедине» замерзшую певицу грели всеми доступными способами. То, что осталось за кадром, было укутано полностью. Условия там, так скажем, не самые теплые. Было холодно, постоянно пытались меня согреть. А вообще Нюша повзрослела. Футболка, волосы, пыль, краски и ноги. Ах да, еще откровенные танцы и вонящие взгляды. Но все самое интересное происходило в воде. Мокрое платье, растрепанные волосы и брызги. Нюша готовит что-то совсем неожиданное. Главное, Нюш будет целых 4. Сильнее и вырвало! Вот так, умница, все снято. Что ты делала в воде? Ну я не расскажу, потом увидите. Это будет неинтересно. Зачем певица парила на высоте и падала в цветочную клумбу? Новое видео Нюши смотри совсем скоро на телеканале РУ-ТВ.